Мусорная запруда. Кировчане все чаще беспокоятся за экологию города. Обращают внимание на грязь и мусор. На днях жители в социальных сетях пожаловались на заваленную мусором реку Люльчинка в районе улицы Ульяновской. В русле лежат металлические части труб, утеплитель и другие, наверняка вредные для экологии материалы. Министерство охраны окружающей среды Кировской области начало проверку. Сотрудники выйдут на место мусорной запруды до 10 декабря и сообщат о результатах. По версии местных жителей, мусор в реке Люльчинка появился после ремонта теплотрассы. Это логично, судя по кускам утеплителей и труб. Осталось найти и опросить тех, кто причастен к ремонтным работам. Напомним, что также идет проверка по факту слива стоков в реку Хлыновку. Об этом также сообщили местные жители, а чиновники начали проверку.